Добрый день! Сегодня я хочу поговорить о быстрых зарядках. В интернете очень много вот подобных зарядках, сделанных на 3D принтере. Вот это вот мне сказали, что стоит 3500. Лично я, например, считаю, что 3D принтер только для прототипирования и моделирования. Делать коммерческий продукт на 3D принтере, ну, так себе. А что мне не нравится здесь? Пульки задевают, застревают. Ну вот точность 3D принтера не дает возможности сделать нормально. Поэтому мы сделали свою зарядку. Два варианта. Дюраль и магний. Магний очень легкий, но очень дорогой. Дорого-богато для тех, кто любит. Как это работает, я думаю, все и так знают. Ну я вот сейчас покажу на примере вот этой заправки, зарядки, хранилища пулек. Как это работает? Мы сейчас сделаем зумирование, я буду молчать, просто буду показывать. Я думаю, всем все будет понятно. И потом мы опять вернемся к разговору. Погнали. Влезают сюда 5 барабанов. Я сейчас даже не буду говорить ни цену, никогда не появится в продаже. Мы их начали делать. Они будут доступны для 4 основных калибров 4,5, 5,5, 6,35, 7,62. И вы уже видели мое видео по поводу проблем с логистикой. Я предложу их в продажу только когда они будут у меня на складе. Соответственно, и я озвучу цену. А сейчас я покажу разницу по весу. Как они, дюраль, магний и 3D пластик. Итак, я сейчас хочу просто сравнительно сделать взвешивание. Пульница сделана на 3D принтере, пульница сделана из магния, пульница сделана из дюраля. И да, кстати, по поводу упаковки. Мы планируем, чтобы они приходили к вам вот в такой упаковке, вот такие коробочки. Но мы хотим упаковку сделать красивую, с дизайном, там, дорого-богато, потому что ценник там будет, будьте знаете. Поехали, взвешиваем. Итак, напечатан на 3D принтере пульница весит 70 граммов. Сделана из магния пульница весит 150 граммов. Сделанная из дюраля пульница весит 222 грамма. Как я уже сказал, пульница из магния в 2 раза дороже, чем пульница из дюраля. Скорее всего, вы их покупать не будете. Мы их закажем, конечно, какое-то маленькое количество, чтобы они были для ассортимента. Но основное это будет дюралевое. Ценник я вам скажу потом, когда они будут у меня уже на складе. Надеюсь, вам понравится. Всего доброго. До свидания. Почему я перекрываю так? Ну, потому что вот если мы сейчас посмотрим, она у нас целиком проходит. Если мы перекрывать не будем, то есть, посмотрите, мы пулю кидаем, она просто проваливается. Чтобы это не происходило, и нужно перекрыть. Соответственно, когда мы сюда... и эту перекрываем для того, чтобы было видеть, сколько мы пуль зарядили. Ну, просто визуально было видно. И потом, когда пуля, например, вот мы сюда ее ставим, она у нас падает, и она падает вот сюда, вот в этом находится. Наполняется. И когда мы ее вот так открываем, у нас эта кассета наполняется. Ну и соответственно, дальше мы пошли и все 5 кассет наполняем.